Конечно, Ксения разозлится, что я не достал Окру, но я это переживу. Почему Окру так важно? Что ты за пират такой? Она дорогая, почти как золото. Сдай парус! Слушай, Леоса! Парус! Look at this!
Гатарзис! Я ожидал другого. Гатарзис, я думала, ты погиб. Где твой корабль? Корабль разбился, но он выжил. Стоит ли его жизнь корабля? Корабль можно починить, жизнь нельзя. Афинине на тебя плохо влияют. Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистий, он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Семья превыше всего. Мне не нужна награда. Нет, я в долгу перед тобой. Твой доспех, Гатарзис. Отдай его. Но это доспех отца. Он мой по праву. Живо! Его доспех? Теперь в достойных руках. Могучий Мистий. Деньги — это прекрасно. Но я рад помочь тебе. Я люблю редкие сокровища. Скажи, где искать, и я добуду сокровища. Знаешь могучего Аякса? Гомер писал о нем. Да. Зевс подарил ему... А тебе оно зачем? Оно напоминает о славной эпохе. Если перо можно найти, я сделаю это. Славная штучка. Но не думаю, что Ксении нужна она. Huh?
Да. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их. Тогда все... Мы же пираты. Вы пытаетесь разделаться с... Если бы мы хотели расширить владение... С этим не поспорь. Я их потопил. Я в тебе не ошибся. Ксения будет счастлива узнать, что эти воды снова наши. Лесть — это мило. Но я здесь за наградой. Конечно. Похоже, карта здесь. Надеюсь, меня еще не заметили. Yeah.
то, что ей нужно. Все это так. Что ты здесь делаешь? Кто? Я? Просто была неподалеку. А что с твоим другом? Он не смог прийти. Вот как. Табличка у тебя? Значит, меня ждет щедрая награда. Безусловно. Мне по душе мужчины, вроде тебя. Спасибо. Превосходно. Теперь мы можем... Что у нас здесь? Очень интересно. Не умеешь плавать? Я пират. О, значит... Зачем мочить ноги? Я не отказался бы от... Обещаю, это при... Хорошо. Знала, ты не... Наконец-то поси... Так куда мне идти? Возьми этот ключ и ступай в южную... Он липкий. Это что, кровь? О! Я достану сокр... Денег за твою голову хватит! Открытое море! Слушай, весла! Весла готовьте!
Скорей! Всем вольно! Наш капитан уходит! Капитана! Друг мой, ты для нас словно... Стараюсь. А теперь отдай мне артефакт. Драхмы. Не думай. Ха, очень смешно. Давай деньги. И вправду смешно. Зря я нырял как... Это твой прощик. Сделки не будет. А за обман тебя ждет смерть. Ничего не выйдет. Убить его!
Гефест поможет нам! До скорой встречи, капитан! Хайра!
Тогда удачи. Спаси! Алексиус, вернулся. Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты все-таки похожа на меня. Друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы в ярости. Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться. Поймите, Перикл больной человек. Это можно простить. Нежданная встреча! Нужно найти Аспасию и поскорее покинуть этот безумный город. Мы жители Афин. Мы решаем споры демократическим путем. Аспасия! О, Алексиус. Ты вновь вернулся в Афины. Но город мертв. Наш мир рушится у нас на глазах. Там шумно, как на поле брани. Кровь течет рекой. Народ жаждет смерти Перикла.
Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что. Алексиус, не время. Перикл умирает. В одиночестве. Он гонит. Перикл сильный мужчина. Он... Ты слышал толпу? Афины знакомы с ним гораздо дольше, чем с чумой. Ах. Периклу нужна помощь. Но он не пускает меня к себе. Возможно. Согласишься. И я найду время для разговора о мире. Попробую. Аспасия, свет мой. Я же сказал. Это Алексиус. Да. Входи. Как унизительно. Ты впрямь не по... И чувствую себя так же. Вот лекарство. А, да. Я привык, что... Теперь это тень былого. Что ж, отныне здесь правит Леон. Я хочу посмотреть на... Все изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ. Аспасию. Нет, неправда. Ты добр. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Похоже, боги покинули Афины. Я с трудом узнаю город здесь, словно в Тартаре. Судьба Афин решена. Остается только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Аспасия права. Обычно да. Да. Я пойду внутрь. Ладно. Перикл принял меня. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел ее в толпе. К Анастасиусу узнать насчет переправы. Как только Перикл поправ... Но она пропала. Бояться не... Аспасия, бушует чума. Ты ведь... Отдай Фебе должное. Перикл знает о культистах в Афинах. Это... Правда? Я разыщу ее. В доме напротив Адеона Перикл. Хайра. Yeah!
Вроде я на месте. О, боги! Что здесь произошло? Деймос, похоже, сдержала слово. Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Это резня. Предупреждение. Земля. Мать всего. Выслушай. Не Азо. Алексиос! Все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиос! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен.